Всем привет! Сегодня у меня на распаковочке очередная посылка из Китая, из интернет-магазина GearBest. Добиралась, в принципе, долговатенько, 42 дня, чуть больше месяца, но зато здесь классненькие товарчики прислали из моего любимого магазинчика. Вскроем и посмотрим, что же там. Так, вначале вот такой вот достаем... такую вот божью коровку. На самом деле это звонок на велосипедик. Заказал своей доченьке звонилку такую прикольную. Вот так вот она прикольно звонит. Эти лапки раздвигаются, и божья коровка взлетает. Так вот, прикольно. Так вот, динь-динь-динь-динь-динь-динь. А, это надо отвернуть, чтобы он звонил. Такой вот звоночек на велосипедик. Прикреплю ей, и будет прикольно. Вот я сделаю такой подарочек. Далее, вот такой вот чехол заказал для своего смартфончика ZTE Blade S6. Сейчас посмотрим, что он за чехольчик. О, классно, так переливается вот спереди кожа, и такая какая-то не сильно скользкая, вообще отлично, думаю, будет. Внутри так тоже переливается. Здесь такой чехол-бампер. Кстати, такой вот бампер мне приходил отдельно. А тут смотрите, как сделали, вот наклеили его внутрь. Прикольно так. И вот здесь вот место для карточек. Вот такой вот прикольненький чехол-бампер для моего телефончика ZTE. Так вот ставится, и можно смотреть какие-нибудь фильмы или еще что-то, или клипы. Сейчас подмерим на мой телефончик. Вот, возьмем мой телефон. Вот видим, тут уже бампер надет, который ко мне ранее приходил. И сейчас напялим еще вот этот бампер. Ну вот, смотрим. Внутри точь-в-точь вот бампер. Такой же самый. По размерам все отлично. По разъемам все то же самое. Сейчас засунем телефончик. А так на самом деле чехол форм-фактора, чехол книга. Ну вот так вот досовывается. И вот такой вот прикольный вид имеется. Вот, классно, прикольно защищает. Такой вот защитный чехол. Вот классно. Так, зачем-то нам положили переходник. Наверное, вот для этой вот штуковины. Короче, заказал я себе, как говорится, вот такую вот умную зарядку. Такой, кстати, увесистый вот этот вот коробок. Там должна быть зарядка действительно интеллектуальная и умная. Так, здесь у нас инструкция. Такая вот инструкция. Так, по марке у нас Opus, получается, BT-C3100, версия 2.2. Ну, самая последняя версия вот этой вот знаменитой зарядки. Она в Гербесте, кстати, постоянно на распродаже или же с купонами и с очень хорошей скидочкой. Так что, кому надо, можете ее прихватить. Кстати, не понимаю, зачем переходник вот этот. Короче, лишненький переходник. Ну, ничего страшного, понадобится. Питание к зарядке вот такое вот, вот видим. Сразу же с нашей евровилкой. Отлично все. И сама зарядочка. О, бандура такая приличная, интеллектуальная. Вот такая вот зарядочка. Вот все типы батареек, скорее всего, она. Такие вот, типа вот пальчиковых, 18650, ну и другие. Вот тут вот они все нарисованы, вот видим, какие батарейки. Такая бандура. Ну, решил взять интеллектуальную, потому что старая у меня вот зарядка, самая первая, которую я заказал, вот маленькая по сравнению с этой, и здесь только есть индикация заряда, больше ничего. А здесь есть и индикация заряда, индикация разряда батареек, там получается, потом еще тестирование их, ну, короче, все подряд.
попозже сделаю или письменные обзоры добавлю в описание под видео, или же видеообзор на эту зарядочку. Посмотрю, как получится. Значит, спустя некоторое время я разобрался с этой вот зарядкой. Помог мне профессиональный обзорщик, зовут его Роман. Ссылку на его канал оставлю в описании. Он также делает и статейные обзоры, в основном он по ним и профессионал. Значит, он мне объяснил, как говорится, на пальцах, как пользоваться этой зарядкой. Ничего такого сложного нету. Значит, вот этой вот кнопочкой слот выбираем один из слотов, значит, которым мы будем заряжать батарейку. И также можно выбрать все сразу же слоты. Кнопочка Current, мы изменяем амперизацию при тестировании наших аккумуляторов. Потом покажу. Дисплей, просто нажимаем, и загорается у нас дисплей подсветочка. И кнопочка моды выбирает, значит, режим или же зарядки, разрядки, или же там другие режимы тестирования и другие. Вот я насобирал кучу батареек. Вот эти, кстати, чехольчики отлично пригодились мне. Сейчас возьмем пару штучек и проверим, как они у нас заряжены и как работает наша зарядка. Так, берем, вставляем сюда батарейку. Одну, видим, сразу же появился вольтаж и амперизация. Вторую батареечку, тоже вольтаж появился и амперизация. Третью батареечку, тут у нас ничего не появляется. Наверное, уже пришел капец этой батареечки. И третью батареечку смотрим, видим, тоже ничего не появляется. Наверное, тоже этой батарейке хана. Значит, выберем первый слот и посмотрим, какие у нас есть режимы. Первый режим по умолчанию — режим зарядки идет. Кнопочкой мода выбираем следующий режим. Следующий режим — режим разрядки. Потом третий режим — режим восстановления. Получается, эта зарядка три раза разряжает и три раза заряжает. То есть, ну, разряжает батарейку, заряжает, разряжает, заряжает. Ну, это времени, конечно, долго занимает, если, значит, большая батарейка. И, кстати, минус, скажу сразу же, вот этой вот зарядки, что вентилятор офигенно свищет тут, и шум от него идет просто офигенный. Вот это вот один из минусов. А так все отлично. Так, далее смотрим. У нас есть тест, значит, батарейки. То есть он разряжает батарейку, потом заряжает и тем самым измеряет емкость ее. И последний должен быть quick test. Быстрый тест, который проверяет параметры батарейки, то есть там вольтаж и амперизацию. Вот такие вот дела. Так, и, значит, посмотрим, что current изменяет. Вот эта вот кнопочка. Значит, выберем второй слот, значит, и смотрим. У нас есть charge test, и вот этой кнопочкой current можно выбирать, видим, как я и говорил, амперизацию. 2, 3, 5, 7, 10. Ну вот видим, первую батарейку пошел уже заряжать. И вот как свищет этот вентилятор. Ну вот, в принципе, и все по этой зарядочке. Вот такие вот дела. Вот эти, наверное, батарейки сдохшие. Попробовать их что-нибудь сделать. А сейчас я намотаю на нее, посмотрим, что она сделает. Не, вот видим, можно диск charge. Протестировать ее вот и посмотреть. Или они рабочие, или же их уже пора выкидывать на мусорку. Только надо попрямее поставить еще. Ну вот, в принципе, вот по этой зарядочке такой вот беглый обзорчик рассказал, как ею пользоваться. Ну, а на сегодня все. Спасибо за просмотр.